студии телеканала «Север» Алина Ваучейская. Здравствуйте! В эфире законодатели программы о тех, кто принимает важные решения в интересах региона и его жителей. Еженедельно в нашем эфире мы рассказываем вам о работе депутатского корпуса Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. В этом выпуске. В Совете Федерации обсудили текущее положение дел в Ненецком автономном округе и программу его социально-экономического развития. Во встрече с Валентиной Матвиенко приняли участие глава региона Юрий Бездудный и сенатор Денис Гусев. Смогут ли организации Ненецкой потребкооперации и общины коренных малочисленных народов Севера стать резидентами арктической зоны? Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу окружного собрания. В центре внимания – культура. Депутаты регионального парламента в ходе рабочей встречи с руководителями учреждений культуры обсудили финансовое обеспечение домов культуры и проблемы сельских клубов. Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко встретилась с губернатором Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным. В рабочей встрече принял также участие представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ненецкого округа Денис Гусев. В начале встречи стороны обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе, результаты работы в 2020 году в контексте последствий влияния пандемии. Как дела в округе? Как год завершили? Как обстановка? Как настроение у людей? Год завершили нормально. И, как отметил в ходе разговора с Валентиной Матвиенко глава региона, показатели окружного бюджета в 2020 году были достаточно устойчивыми, несмотря на то, что во многом доходы округа зависят от нефтедобывающей отрасли и налогов компании недропользователей. Катастрофического обвала не произошло, потому что поддержало федеральное правительство, выделило дополнительные средства на сбалансированных бюджетов. Ну и, естественно, те затраты, которые несли на борьбу с ковидом, тоже были профинансированы из федерального бюджета. Мы вообще не потеряли, малый бизнес вообще не потерпел никакого краха. Юрий Бездудный отметил, что во время пандемии в Ненецком округе удалось сохранить предпринимательство, в том числе благодаря государственным мерам поддержки. А рост количества зарегистрированных безработных скорее был связан с увеличением финансовой помощи для этой категории граждан. Когда определились по выплатам президентским, все пошли и стали на биржу. До этого они не стояли на бирже, а здесь вдруг стали на биржу. То есть очевидно, что и раньше они не работали, но сейчас для того, чтобы получить эти выплаты, они стали... Там временные ограничения, вот может быть и хорошо, что так произошло, выявили этот контингент, который нуждается в помощи, трудоустройстве, конечно, стараться их куда-то трудоустраивать, чтобы они не зависели от кого-то. Будем переучивать, вот это есть важно. Соответствующие программы. Что исполнено, что не исполнено, какие проблемы остались. Валентина Ивановна, вы знаете, наверное, эффект все-таки за один год полностью постановление реализовать очень сложно. Пример. В 2015 году было аналогичное постановление по нашему округу. И вот сегодня можно сказать, что та дорога, о которой так много говорили, когда наконец округ соединится с большой землей, эта цель уже близка. Потому что были выделены дополнительные деньги, дорога строится. Вот совсем недавно выезжал на эту дорогу. Действительно, по тундре, такого представить не могли, что в тундре ляжет такая дорога по вечной мерзлоте. И мы понимаем, что это уже не 2030 год. Уже четкий ориентир 2024 год с учетом поддержки, которую оказывает федеральная центр. Если там будут какие-то сбои, вы говорите. Речь на встрече шла не только о финансовой поддержке федеральным центрам строительства круглогодичной автомобильной дороги Нарин-Марусинск. В целом губернатор Ненецкого округа рассказал о ходе реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития НАО, принятом по итогам дней Ненецкого округа в Верхней Палате Парламента. Напомним, это мероприятие прошло в Москве 29-30 января 2020 года. Валентина Матвиенко отметила важность своевременного выполнения всех предусмотренных решений, включая реализацию инфраструктурных проектов, мер поддержки граждан и бизнеса. В ходе встречи Юрий Бездудный акцентировал внимание на социально значимых для региона проектах. Один из них – необходимость строительства дополнительного корпуса для Ненецкой окружной больницы. Проектная документация готова, но без помощи федерального бюджета субъекту не обойтись. Ранее округ направил письмо в Минздрав Российской Федерации с просьбой о включении проекта в инвестиционную программу. Еще один необходимый региону проект – это строительство инфекционного отделения.
В постановлении Совета Федерации номер 47 о государственной поддержке социально-экономического развития Ненецкого автономного округа от 12 февраля 2020 года значится 24 важных для региона позиций. В частности, по линии здравоохранения Совет Федерации рекомендовал правительству России рассмотреть вопрос о включении на условиях софинансирования федеральную адресную инвестиционную программу мероприятий по строительству зданий инфекционного отделения и пристройки к главному корпусу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого автономного округа Ненецкая окружная больница в целях достижения показателей национального проекта здравоохранения, а также рассмотреть при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов вопрос о включении на условиях софинансирования федеральную адресную инвестиционную программу мероприятия по строительству хосписа в городе Нарьян-Маре на 50 койко-мест. Все рекомендации, обозначенные в постановлении, а их 24, находятся на рассмотрении федеральных министерствах и ведомствах. Участие в их продвижении принимают депутат Государственной Думы Сергей Коткин, депутаты окружного собрания, сенаторы Рима Галушина и Денис Гусев. В частности, вопрос о социально-экономическом развитии Ненецкого округа неоднократно звучал на заседаниях Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, членом которого является Денис Гусев. Все субъекты стремятся включить стройки свои, продвинуть свои, реализацию своих проектов на территориях, включиться в финансирование в федеральный бюджет, поэтому это конкурентная борьба. И кто в этой конкурентной борьбе более адекватен, более настойчив, тот и получает на территорию федеральные средства. Это командная работа, не сенатор отдельно, не представительные органы субъекта, а только одной командой, где органы исполнительной власти, органы представительной власти субъекта, сенаторы, включая наших представителей в Нижней Палате, в Государственной Думе, только командная работа над теми вопросами, которые стоят перед округом, можно достичь результата. Окружные парламентарии предложили включить в перечень резидентов Арктической зоны Российской Федерации организации потребкооперации и общины коренных малочисленных народов Севера. Этот важный для региона вопрос был рассмотрен на заседании Комитета по правовым вопросам Парламентской ассоциации Северо-Запада России, которое прошло в Нарьян-Маре в марте 2021 года. В марте на заседании Комитета по правовым вопросам Парламентской ассоциации Северо-Запада России, которая состоялась в столице Ненецкого округа, были рассмотрены в том числе два наиболее важных для нашего региона вопроса по внесению изменений в федеральное законодательство. Речь шла о процедуре проведения торгов в условиях Крайнего Севера и перечне резидентов Арктической зоны. В 2020 году был принят федеральный закон о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне России, который определяет основную политику государства в этом направлении в Арктике. Вместе с тем, преференции, предусмотренные указанным федеральным законом и принятыми в его развитии бюджетными и налоговыми законами, не распространяются на некоммерческие организации, функционирующие на территории Арктической зоны, и которые осуществляют предпринимательскую деятельность для достижения целей и задач, которые помогают нам в работе. Прежде всего, речь идет об организациях потреб кооперации на селе, которые снабжают жителей отдаленных населенных пунктов продуктами питания, хлебом, услугами общественного питания, а также об общинах коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Вместе с тем, именно эти хозяйствующие субъекты несут сегодня социально-культурную нагрузку, реализуют инвестиционные проекты, улучшают качество жизни населения отдаленных и труднодоступных поселений. Таким организациям, мы полагаем, нужна практическая помощь. Полагаем, что они формально, являясь некоммерческими, полностью соответствуют экономическим критериям резидентов Арктической зоны, установленных федеральным законом. Поэтому считаем необходимым внесение изменений в перечень резидентов Арктической зоны Российской Федерации, установленных федеральным законом, дополнение его организациями, потребительскими кооперациями и общинами КМНС.
Александр Лутовинов, представивший проект, попросил коллег по парламентской ассоциации Северо-Запада поддержать инициативу окружного законодательного собрания. В ходе заседания заместитель губернатора Ненецкого округа, курирующий вопросы предпринимательства в регионе Татьяна Логвиненко, обратила внимание членов ассоциации на еще одну правовую коллизию в законе о государственной поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне, которая мешает развивать предпринимательскую инициативу. Наш Ненецкий округ полностью входит в арктическую зону. И в результате получается, что если предприниматель, зарегистрированный в поселке Искателей, он не может быть резидентом, вернее, проект его, реализуемый в городе Нарьян-Маре, не подпадает, значит, под... Ему нужно перерегистрироваться, сняться с регистрации. Вот 5 километров расстояния он снимается с регистрации Искателя, должен зарегистрироваться в Нарьян-Маре. И то же самое, например, труднодоступные населенные пункты, если он ведет где-то еще деятельность. Поэтому мы в свое время в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики писали предложение от губернатора о том, чтобы рассмотрен был этот вопрос. Нас предварительно поддержали, что те субъекты, которые полностью входят в арктическую зону, там не должно быть муниципальных, допустим, регистрационных вот этих вот привязанностей, вот этого барьера для осуществления предпринимательской деятельности. Депутат собрания депутатов Ненецкого округа, председатель постоянной парламентской комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кардакова многие годы возглавляла Ненецкий союз потребительских обществ. О достижениях и проблемах кооперации, осуществляющей свою деятельность в условиях Крайнего Севера, знает не понаслышке. По сути, именно потребкооперация выполняет на Севере социальную миссию, обеспечивая продовольственную подушку безопасности. Кроме того, что обеспечивали продовольственную безопасность, это товарами народного потребления и хлебом, кроме этого же ведь и рабочие места. А рабочие места там до 500 человек. Это много. Вот. И в каждом населенном пункте обеспечивает там, где проживает и 20 человек, и менее, иметь свой магазин, конечно, это убыточно. Да? И фактически ни в какие экономические показатели для того, чтобы работать прибыльно по этим предприятиям, не получается, как бы мы ни хотели, потому что еще и электроэнергия же у нас на селе очень дорогая. Для региона, не связанного с другими субъектами постоянным наземным сообщением, вопросы продовольственной безопасности стоят во главе угла. Для нас, как, пожалуй, ни для кого другого, продовольственная безопасность актуальна. Это связано, опять же, и с логистикой, и с доступностью. Ну, для примера, мы на сегодня единственный, пожалуй, субъект Российской Федерации, который не имеет круглогодичного наземного транспортного сообщения. Дорога только еще строится. И понимая, что зимник еще не стал, а река уже замерзла, наши, скажем так, те, кто поставляют товары и продукты, они заранее все завозят по реке для того, чтобы дождаться зимника. Вот в этом году зимник долго не было зимника, и пока он стал, естественно, да, было некое напряжение. По крайней мере, у нас, хватит ли у нас продуктов, хватит ли у нас товаров. Так это Нарьян-Мар, а представьте себе отдаленные населенные пункты, где единственный магазин, это магазин потребкооперации, единственный магазин, но он так придушен налогами, что на сегодняшний день мы понимаем, что если не дать каких-то преференций, то и этот магазин в силу, опять же, экономических механизмов, да, может закрыться. И что тогда? Сказать, что и вот ягоды есть, и грибы в лесу, и охота-рыбалка? Нет. Мы обязаны обеспечить всеми продуктами первой необходимости. Претендовать на статус резидента арктической зоны могут зарегистрированные на территории Арктики юридические лица и индивидуальные предприниматели, планирующие реализацию нового инвестпроекта либо запуск нового вида экономической деятельности с капитальными вложениями не менее 1 миллиона рублей. Резиденты арктической зоны на сегодняшний день, к сожалению, не включены сельхозкооперативы, не включена потребительская кооперация. В проекте закона о внесении изменений в перечень резидентов арктической зоны, который представили депутаты окружного собрания на заседании парламентской ассоциации Северо-Запада, указано, что формально, являясь некоммерческими организацией, потребкооперации и общины КМНС, полностью соответствуют экономическим критериям резидента арктической зоны, установленным федеральным законом. Поэтому парламентарии Ненецкого округа предлагают внести изменения в перечень резидентов арктической зоны, установленные федеральным законом, дополнив его организациями потребительских
потребительской кооперации и общинами КМНС. Статус резидента дает особые налоговые преференции. Самое главное, что там ведь идет что? Там налоговое послабление. Это вот страховые будут тогда не платить не 15, а 7%. Это очень хорошая мера поддержки. Но в то же время это не просто вот включили, да, это должна быть новый вид деятельности, например. Резидентам арктической зоны налоговые льготы предоставляются не только на федеральном уровне, но и на региональном. Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу окружных депутатов. Депутаты Ненецкого округа встретились с руководителями учреждений культуры региона. Рабочая встреча прошла в рамках ежегодного семинара руководителей и специалистов муниципальных и окружных центров культуры. На семинар в Нарьин-Мар съехались и представители сельских поселений. Участие в рабочей встрече приняли заместитель председателя собрания депутатов Максим Арбузов, председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам образования, культуры и спорта Андрей Смыченков, председатель комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кардакова, руководитель депутатской комиссии по социальной политике Анна Булатова, депутаты Андрей Попов, Николай Миловский, Наталья Лысакова. Депутаты проинформировали руководителей учреждения культуры о параметрах окружного бюджета и непосредственно о расходах региональной казны на мероприятия в сфере культуры. Бюджет был принят в декабре прошлого года. Параметры бюджета такие. Доходная часть у нас 19,9 миллиарда. Расходная 22,2 миллиарда. Но на департамент образования, культуры и спорта у нас выделяется 5,2 миллиарда. То есть 1/3 бюджета у нас как раз приходится на этот департамент. И когда мы рассматриваем бюджет, очень подробно всегда... Значит, потому что там практически 83 учреждения и работает 4600 человек. Это очень большое количество жителей Ненецкого автономного округа. По культуре у нас выделяется 774 миллиона. Из них, значит, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, а это вот о чем я говорила, это заработная плата, 661 миллион. То есть это 85% из общей суммы, то, что выделяется на культуру. Также предусмотрены средства на оплату проезда к месту отпуска и обратно на возмещение затрат на коммунальные платежи, на выплаты специалистам на селе. Как отметила Наталья Кардакова, субсидии запланированы не в полном объеме и на ближайшей сессии средства будут добавлены. В целях улучшения материально-технического состояния учреждений культуры в рамках нацпроекта «Культура» в этом году из федерального бюджета выделено 5 миллионов рублей на создание модельной библиотеки в поселке Красное, почти 19 миллионов рублей на проведение капитального ремонта Дома культуры в Красном и Центрального дома культуры в Оме. А в целом, с учетом средств, окружного бюджета на капремонт направит порядка 30 миллионов рублей. Выделены средства на разработку проектно-сметной документации на строительство Дома культуры в поселке Искателей. Приобретены земельные участки для строительства новых зданий Домов культуры в Харуте и Усть-Кары в рамках государственно-частного партнерства. В ходе обсуждения участники встречи говорили и о наиболее острых проблемах. По мнению директора музейного объединения Ненецкого округа Елены Меньшиковой, чтобы комплексно решать их, необходима стратегия действий в целом по культуре. Директор Дворца культуры «Арктика» Алексей Михеев озвучил проблему с жильем для специалистов и предложил депутатам рассмотреть вопрос о компенсации за наем квартиры по аналогии с предоставлением данной меры поддержки в образовании и здравоохранении. Что касается сельских населенных пунктов, где нет возможности снимать жилье, необходимо строить дома. Директор телевисочного социально-культурного центра «Престиж» Галина Дуркина обратилась к депутатам с просьбой разобраться с отменой 25% доплаты по отдельным специальностям. Депутаты отметили, что в целом система оплаты труда требует отдельного обсуждения. Планируется создать рабочую группу и обсудить все вопросы, касающиеся в том числе финансовой составляющей, с приглашением к участию в работе группы руководителей учреждений культуры. Резюмируя итоги рабочей встречи, председатель постоянной парламентской комиссии по образованию, культуре и спорту Андрей Смыченков отметил, что на встрече было поднято много проблем. Они будут рассмотрены в ближайшее время на заседании комиссии. Он также подчеркнул, что депутатский корпус при рассмотрении проекта бюджета всегда отстаивает интересы учреждений культуры. В региональном парламенте состоялось заседание Общественной молодежной палаты. Представители палаты согласовали план работы на предстоящий год. В частности, рассказали о тех законодательных инициативах, которые будут рассмотрены в ближайшее время. Участие в работе молодежной палаты принял заместитель председателя собрания депутатов Ненецкого округа Максим Арбузов, который курирует в парламенте работу с молодежью.
Работа с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и мероприятия, приуроченные Году добрых дел в Ненецком округе – это основные направления деятельности представителей молодежного парламента на предстоящий год. В формате встреч, бесед, экскурсий, посещение предприятий, встреч с творческими людьми. Дети и подростки приобретут необходимые профессиональные навыки, научатся работать и общаться в коллективе. Также приобретут необходимую социальную значимость трудового воспитания, а также необходимость самообразования и обучения. Проведение мероприятий также обсудили в ходе встреч молодые парламентарии. Предварительно в план проведения мероприятия по профессиональной ориентации воспитанника Центра содействия семейным устройствам «Наш дом» и дети, оставшие без обеспечения родителей, включены такие мероприятия, как встреча с психологом, посещение воинской части, экскурсия в поисково-спасательную службу, кванториум, а также интерактивное занятие в Восточном зале Дворца культуры «Арктика». Также в этом году в региональном парламенте будут рассмотрены две законодательные инициативы молодежной палаты. Ну, первое – это закон об ограничении продажи энергетических напитков среди несовершеннолетних. И вторая законотворческая инициатива – это внесение изменений в закон об образовании, в частности, компенсации за съем жилья педагогических работников. Председатель молодежной палаты добавил, что до конца года будет завершена работа по приведению регионального законодательства в соответствии с федеральными нормами. Сейчас мы подготавливаем предложение, с которым мы хотим выйти в собрание депутатов, чтобы привести все нормативно-правовые акты, а также законы региональные в соответствии с федеральным законом о государственной молодежной политике. Кроме того, молодежная палата готовится к проведению всероссийской акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Инициатором данной акции выступает молодежный парламент при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. В этом году организаторы предлагают включить в тест и региональный компонент. Список вопросов об округе в годы войны подготовят сотрудники музейного объединения Ненецкого округа. Депутат фракции КПРФ в окружном парламенте Михаил Райан побывал в деревне Тошвиска Великовисочного сельского совета. В Тошвиске в настоящее время проживает около 40 человек. В основном это пожилые люди. В деревне расположен филиал Великовисочного дома культуры, ФАП и библиотека. Встретился с сельчанами в местном доме культуры, также побывал в ФАПе. Для нас, коммунистов, очень важно выезжать даже в самые отдаленные и небольшие населенные пункты, встречаться с местными жителями и вникать в их проблемы, отметил Михаил Райан. Он также рассказал, что жители Тошвиски обратили его внимание на низкую скорость интернета, редкое транспортное сообщение с Наринмаром, всего 2 рейса в месяц. Также людей волнует нерегулярная доставка почтовых сообщений в Тошвиску, перебои с доставкой пенсий, износ дизельной станции. Михаил Райан рассказал сельчанам о работе фракции КПРФ в собрании депутатов Ненецкого округа, о видении перспектив округа. Кроме того, в рамках встречи с сельчанами прошла презентация книги Андрея Николаева. В списках значится книга памяти Ненецкого округа 1941-1945 года. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Коткин примет участие в заседании круглого стола по вопросам занятости, который пройдет в Наринмаре 1 апреля с участием экспертов и общественности. В ходе круглого стола будут обсуждаться предложения от Ненецкого автономного округа федеральный законопроект о занятости. О необходимости обновления этого закона и реформирования служб занятости заявлял президент России Владимир Путин. Он поручил проработать вопрос передачи полномочий региональных центров занятости на федеральный уровень. До вынесения законопроекта на рассмотрение Государственной Думы решено провести его обсуждение в регионах с представителями общественности и экспертного сообщества. Особое внимание предполагается уделить таким моментам, как поддержка инвалидов, молодых специалистов, лиц предпенсионного возраста, стимулирование работодателей, принимающих работников по направлению служб занятости, поддержка самозанятых и индивидуальных предпринимателей. В минувшие выходные и в начале рабочей недели депутат Госдумы Сергей Коткин встречался с жителями Канинского и Пёжского сельсоветов, провел приемы по личным вопросам и обсудил с главами муниципальных образований вопросы социально-экономического развития поселений. На сегодня это вся информация. За развитием событий следите в эфире телеканала «Север».